Заказала себе рюкзак на AliExpress. Сегодня мне пришел. Пришел очень быстро, буквально за 10 дней мне пришла посылка. Вот такой рюкзачок. Я уже распаковала основную часть упаковки. Вот такой вот рюкзак. Сейчас покажу. В рюкзаке вот такой вот пакетик находился. Это такая, знаете, лимонный запах. Ну, чтобы, наверное, влагу убирать и как бы, чтобы, ну, не знаю. Вот такой вот рюкзачок. Очень даже симпатичный, хороший. Заказала для себя. Несмотря на то, что я взрослая тетя. Ну, конечно, мне хочется тоже быть немножечко в моде, скажем так, да? Вот такой вот рюкзачок. Я уже его сама обследовала, открыла. Сейчас открою. Одно отделение. У него одно отделение, там три кармашка. Здесь вот тоже вот такой вот кармашек. Все сделано хорошо, прострочено все хорошо, все швы ровненькие, кнопочки. Сделан под... Вообще он эко-кожа, но вид такой, знаете, как натуральная кожа. Очень красивый, очень удобный. Вот такой вот рюкзачок. Здесь тоже есть вот такой кармашек, отделение. Ну, приличненький такой, хороший. Недорогой. Доставка была бесплатна. Я, прежде чем заказать, я читала отзывы, комментарии. Все люди, кто заказывали, все довольны. Вот таким вот рюкзаком. Вот такой вот рюкзак. Самое, конечно, ценное, что он сделан аккуратно, все прострочено. Швы все ровные. Ниток нет, ничего не висит. Можно носить и рюкзачком, можно носить просто как вот сумкой. Вот такой вот подарочек. Я даже не знаю, что это такое. Сейчас посмотрим. Ну, как я поняла, это вот такие две фенечки. Одеваются, возможно, на руку. Не знаю. Может, на уши одеть, завязать. Только как они крепятся, я не знаю. Ну, вот такие вот какие-то штучки, не знаю, изображающие, как, наверное, какой-то желудь или что. Не знаю. Ну, вот такие вот штучки. Приятные штучки. Веревочка и вот такие вот какие-то плоды. Как желудь, наверное. Ну, что-то такое похожее. Ну, я думаю, что это фенечки. Понятное дело. Но для меня важно, что у меня появился вот такой рюкзачок. Я его очень хотела. Я заказала. И я не разочарована. Запаха совершенно никакого нет. Не пахнет ничем. Как это обычно искусственная кожа, если там запах идет. Ничего не пахнет. Но вот такой вот лимонный пакетик еще можно просто в сумочке держать. И будет всегда свежий аромат. На всякий случай. Вот такой вот у меня сегодня приятный момент произошел. Посылочка с AliExpress.